Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Радий вітати в нашій студії народного депутата України, представника партії «Слуга народу» Артем Дмитрук. Вітаю, пане Артеме. Добрий день. Потрібно народним обранцям час від часу звітувати перед народом, перед глядачами також. І сьогоднішня теза головна нашого ефіру – це звіт такої депутатської діяльності, відношення до головних тем, які відбуваються як і в парламенті, так і в країні. Я пропоную сьогодні ось такі всеукраїнські топові теми обговорити. У нас є близько 20 хвилин. Отже, у нас зараз лютий місяць, весь січень країна обговорювала кілька важливих таких тем. Одна з головних тем – це тарифи. Зустрічали Новий рік з такими неприємними новинами щодо тарифів. Потім щось влада і партія влади також десь пішла на поступки населення. Взагалі, обґрунтовані, законні ті тарифи, які зараз пропонують, за якими пропонують населенню жити влада? Давайте начнем с того, что депутаты должны давать не изредка, свои какие-то отчеты. Случайно. И, конечно же, не то чтобы отчеты. Депутаты должны постоянно работать со своими избирателями и говорить постоянно о своей деятельности. Я даже думаю, что отчеты – это вообще не самое основное, а взаимодействие ежедневное, еженедельное, ежемесячное, и приемное, и встречи, и так далее – это должно быть. Если мы сейчас будем говорить конкретно о вопросе тарифов, каждый год, наверное, неважно при какой власти, каждый год мы сталкиваемся с тем, что тарифы поднимаются. Тарифы поднимаются именно зимой, в холодный период, и это, конечно же, не может не беспокоить, потому что ни зарплаты, ни пенсии не поднимаются, а почему-то тарифы постоянно растут. Вы говорите о том, что тарифы поднялись, сейчас партия, президент говорят о том, что вот их сейчас понизят и так далее. Тогда для чего их надо было поднимать? Вот в чем же вопрос. Резонанс успели. Так по-одесски, да. Поднялся резонанс, упал рейтинг у президента, у каждого депутата, потому что каждый депутат имеет к этому какое-то косвенное отношение, Например, как за голосование или не голосование за господина Ветренко, временно исполняющего обязанности министра энергетики. Вернуться к тарифам. Все тарифы у нас связываются от отправной точки, это цены на газ. Сегодня у нас есть так называемые рыночные цены, которые нам диктуют даже не наше правительство, а, как правило, это наши внешние руководители, внешнее управление, которое обязует, нам так говорят, для получения кредитов и так дальше, устанавливать какие-то заоблачные тарифы на заоблачные тарифы. У нас есть очень такая комичная ситуация, когда мы, допустим, покупаем газ, который производится в России, через европейских партнеров, через там Словакию и так далее. Но мы же забываем говорить о том, что Украина производит газа в первую очередь достаточно для того, чтобы обеспечить всех жителей, и в половину предприятий, коммунальных предприятий. Поэтому здесь цена на газ у нас не обоснована и диктуется нам как западными партнерами, так и олигархическими группами влияния, которым принадлежат определенные предприятия. То есть, когда президенты, оппозиция, там, или определенные депутаты из действующей власти говорят о борьбе с олигархами, то это именно борьба не с возможными их нормальными предприятиями, какими-то честными бизнесами и так дальше. А это вот именно борьба с теми олигархами, которые вместе с западными партнерами пытаются установить нам, так сказать, драконовские тарифы на это же, на газ, на тепло, на электричество и так дальше. Для чего же мы вернемся к теме, для чего же было поднимать тогда на месяц этот или на два тарифы? И вчера буквально в студии один из депутатов «Слуги народа» тоже это сказал. Там мы подняли, и опустили. Извините меня, зачем это тогда делать, эти все маневры? Это непонятно, и, конечно же, таким маркером, наверное, в этом направлении стало именно голосование за господина Юрия Ветренко, который, я не побоюсь этого слова, является профессионалом своей отрасли. Человек, который очень продолжительное время проработал в отрасли энергетики. И вот благодаря Юрию при его уже, так сказать, управлении, временно исполняющей обязанности министра энергетики, эти тарифы и выросли. И сегодня его президент и партия «Слуга народа» заводят в парламент для того, чтобы за него проголосовать, чтобы он стал
министром энергетики. В первом же голосовании я не голосовал за него. Исполняющий обязанности министра не прошел. Но уже через какое-то время, через неделю или через две, я не помню, не следил за временным промежутком, его снова вносят в зал. То есть в первый раз Рада не поддержала, второй раз там на кого-то надавили, у кого-то попросили, с кем-то договорились, и второй раз Ветренко снова в зале на голосовании. Конечно же, моя позиция осталась в этом направлении неизменна, вне зависимости от того, как принимали решение партия там, или как в этом вопросе говорил президент, потому что это антинародное было голосование за господина Ветренко, потому что человек с миллионной зарплатой и с миллионными премиями, а именно премиями в 4 миллиона долларов, сегодня он не может возглавлять Министерство энергетики, потому что он, в принципе, и одобрял все эти решения о повышении тарифов, которые в последнее время происходили в нашем государстве. Позиція зрозуміла, але не тільки щодо голосування за пана Вітренка. Я стежу за подіями взагалі в партії. Я впевнений, це моя особиста точка зору, що взагалі ніякої монобільшості немає. Є дискусії, і ці дискусії, ну, вони іноді виходять навіть за межі. Ну, є ще питання щодо виключення з фракції пана Дубінського. Непростий, місцями одіозний народний обранець, але теж були дискусії фракції, теж були різні думки, не було такого там одноголосного прийняття кандидатури щодо там голосуємо там проти, чи голосуємо там за. Чому такі ось проблеми? Партія, фракція там працює там півтора року і ось такі ось непорозуміння. Ну, смотрите, касательно раскола в партии «Слуга народа», разных мнений в партии «Слуга народа», ну, мы говорим о том, что, конечно же, каждый депутат в первую очередь это личность, индивидуальное голосование, собственное мнение, а главное, основанное на тех мнениях людей, которые за этого депутата голосовали. Для меня это важно, как для депутата-мажоритарщика. Поэтому во многих голосованиях я отталкиваюсь именно от того, как это голосование будут воспринимать люди, которые за меня голосовали. Возвращаясь к господину Дубинскому Александру, я бы не сказал, что он был одиозный. Он довольно весомая личность в медиапространстве. Он до этого занимал весомое место на телеканалах. У него было огромное количество своих проектов, хороших проектов, которые раскрывали коррупционные схемы известных чиновников, политиков, в том числе Петра Алексеевича Порошенко, главы Нацбанка, которая была у нас до этого при правлении Порошенко. Да? И когда Дубинский на парламентских выборах уже баллотировался от партии «Слуга народа», он, безусловно, дал дополнительный рейтинг партии, потому что это как раз были те избиратели, которые впервые пошли на выборы, которые проголосовали. Это молодые люди, которые смотрят социальные сети, смотрят Инстаграмы, Фейсбуки, вот эта вся история. И они пошли и проголосовали за Александра Дубинского, в том числе за всю партию «Слуга народа», дали ей определенный процент. То есть здесь Александр Дубинский дал только плюс партии. Идем дальше. Сегодня в партии «Слуга народа» очень немного депутатов, которые могут, в принципе, ретранслировать позицию партии, ретранслировать события, которые происходят в стране, в парламенте, в правительстве, и, что самое главное, ретранслировать их по-честному. Да? Мы говорим о том, что можно ретранслировать какую-то позицию партии или позицию правительства, но которая будет неправдива, да? Она будет не соответствовать реальности. А Александр Дубинский, в принципе, по моим наблюдениям, говорил вещи, которые были довольно справедливы и правильны. Потом местные выборы. Александра Дубинского назначают главой областной ячейки в Киеве. Он показывает хороший результат, насколько это было возможно. Потому что уже, если мы помним, то партия «Слуга народа» на местных выборах не показала высокого результата. По понятным причинам. Неоправдание надежд и так далее. При этом Александр Дубинский выступал публично, поддерживал партию, выступал за партию и так далее. Сегодня против Александра Дубинского вводят санкции. Но я хочу напомнить, что санкции можно вводить у нас только против иностранных граждан или против террористических организаций. Ну, Александр ни к одной, ни ко второй группе отношения не имеет. То есть сегодня я могу четко сказать, что эта просьба в данном случае западных партнеров, а именно Америки, в том, чтобы Александра Дубинского исключить из партии «Слуга народа».
Ну, такое мое мнение. Я голосовал против его исключения. Я сказал, что я проголосую только за, тогда, если этого будет хотеть сам Александр. Потому что сегодня Александра за его позицию исключают из партии. Да? Завтра еще кого-то будут исключать из партии тоже за его позицию или, возможно, за какое-то отношение или за высказывание и так дальше. Дальше. Если даже уже было это исключение и было голосование, да, депутатов, тогда оно должно быть открытое. То есть я считаю, что каждый депутат – это член нашей команды, непростой член команды, довольно медийный, известный, с хорошим рейтингом. Каждый из депутатов должен был высказать свою позицию. Сказать, я там голосую, допустим, за исключение Александра Дубинского, потому что, да, все, я там или за, или против. Этого не было. То есть, грубо говоря, это было тайное голосование, списков до сих пор не видели, поэтому это немножко несправедливо по отношению Александра Дубинского. Минулого тижні одна така важлива подія, резонансна подія, втілення в дію рішення СНБО, потім подальший коментар президента. Я маю на увазі закриття, таке оперативне закриття трьох каналів, 112, News One, телеканалів ZIK. Вони зараз продовжують трансляцію на одній частоті, лише в інтернеті. Ваше вставлення до цього, тому що я пам'ятаю, щоб навіть так президент, ну, грубо кажучи, ну, впрягався, я не знаю, не можу підібрати дієслово, вже там перший день він пояснює свою позицію в Фейсбуці, другий день він записує навіть влог, щоб ми почули, побачили такі його аргументи щодо закриття телеканалів. Ну, така серйозна позиція, але є позиція і представників его партии. Давайте почуем, пане Артеме, вас еще до этой ситуации. Значит, Конституция Украины каждому гражданину или юридическому лицу гарантирует правосудие. Это значит, что даже если есть какие-то предпосылки, или конкретно человек или юридическое лицо совершило преступление, или была угроза национальной безопасности стране и так далее, должны быть органы, правоохранительные органы, которые будут вести следствие. После следствия будет суд, и суд вынесет решение, вчинив в преступление субъект, юридическое или физическое лицо, или нет. Здесь же ситуация наоборот. У нас нету следствия, не было расследования, и три канала, News One, 112 и ZIK, закрываются просто по одному щелчку. Каналы были с 1500 работников на этих каналах. Каналы, которые смотрело огромное количество людей. Сегодня мы говорим о даже не правосудии, а о определенной свободе слова и о свободе людей выбирать, что им смотреть, кого им слушать. И мы ущемляем людей в праве знать то или иное мнение. Чем было вызвано закрытие этих телеканалов? Вы знаете, один оппозиционер к партии «Слуга народа» сказал очень интересную вещь, очень кратко. Он сказал, каналы закрыли перед тем, как люди получат платежки за газ. Да, для того, чтобы эти же оппозиционные каналы об этом не рассказывали. Это такой вот маленький момент. Я считаю, это опять же признак определенной несамостоятельности сегодня действующей власти в этом моменте. И закрытие этих телеканалов является таким, знаете, плевком в лицо тем людям, которые на самом деле смотрели эти каналы, работали на этих каналах, ориентировались на мнение спикеров, которые выступали на тех каналах. На каналах выступали и депутаты с различных фракций, в том числе от партии «Слуга народа». Поэтому, конечно же, я тоже не поддерживаю данное решение. Если же мы пойдем путем таких уже политических преследований, таких политических преступлений со стороны власти, тогда мы можем забыть о главных принципах демократии, свободы слова, свободы выражения и многостороннего мнения в нашем государстве. Таке питання, я ретранслюю там точку зору, перескажу, що вважають деякі там мої колеги, ну, частина, там, в тому числі і нашої країни, є така думка, що канали транслювали таку і передавали антиукраїнську риторику. Чи так це було, на вашу думку? Ви як глядач, ну, не постійно глядач, але все ж таки, спостерігач.
патриот своего государства, патриот своего города. И если бы на этих каналах я бы увидел или был бы уверен, или хотя бы предполагал бы, что на них может быть или транслируется какая-то пророссийская позиция, то есть сегодня это позиция, которая не должна, в принципе, транслироваться и говориться на наших телеканалах, тем более на каналах, которые реально смотрели люди, я был бы, конечно, за закрытие этих каналов. Но я иногда смотрел эти каналы, я видел их и в интернет-ресурсах, и знаю, кто там выступал, и кто был ведущим на этих телеканалах. Я никогда не слышал, чтобы кто-то прямо пропагандировал там или русский мир так называемый, или пророссийскую позицию, или что-то подобное. Поэтому моя позиція остається такою. Ще питання є, але до того, як я його поставлю. Артем. Дуже важливо, коли президент Зеленський йшов на вибори, він дуже чітко і ясно озвучив свою позицію о том, що ні о каком закритті телеканалом речі йти не буде. У нас повинна бути свобода слова. Просто ми пам'ятаємо, коли при президенті Порошенко, а це ж, собственно, і його рук дело, да, еще при его каденции было написано это постановление, этот документ. И когда закрывали канал 1+1, пытались закрыть, пытаясь захватить его рейдерским захватом, и многие становились на его защиту. И еще ряд телеканалов тоже уже пытались закрыть. То есть мы уже это проходили. И у огромного количества людей, у меня в том числе, была надежда, что это не будет повторяться. Цікава точка зору. Чому цікава? Тому що ну, ось ви представник, яскравий, харизматичний представник партії «Слуга народу». Це все ж таки партія влади. Але я ось ці 15-20 хвилин чую ну, таку змістовну критику, не там з даху взята, а вона змістовна, грунтовна критика діючої влади та місцями президента. Це означає, що ви віддаляєтесь від партії «Слуга народу». Це таке питання у мене після розмови воно народилося. Жорстке питання згодом. Так, ні, вопрос абсолютно нормальний з вашої сторони. В першу чергу я должен отвечати перед людьми, які мене вибирали. Вони мені дали можливість і право працювати в цьому органі, в парламенті, да, бути депутатом Верховної Ради. Тому я ніколи не буду голосувати і приймати рішення, які поддерживать решения, которые являются против народа, против государства или против моих избирателей и так далее. Это моя позиция, и она не может быть никак обгрунтована, связана с позицией, если это против людей позиция партии или президента и так далее. То есть у меня есть, я депутат-мажоритарщик, у меня есть мои работодатели. Да, я перед ними буду отвечать. Це зрозуміло. Ще одне питання, яке я підготував, все ж таки ми зустрічаємось. Карантинний період, він триває. В березні ми відзначимо рік, такий недобрий ювілей, як ми живемо при карантині. Але я хотів запитати щодо вакцинації. Да. В всьому світі, в Європі, в більш успішних, вдалих країнах, розвинених, менш розвинених, триває вакцинація. Ми повинні були до неї бути вже готові там в січні. Нам говорили, ось-ось розпочнеться. Вже лютий. За кілька днів середина лютого ось-ось розпочнеться. Чому в Україні так довго розпочинається вакцинація населення від COVID? Ваша думка? Ну, начнем з того, що життя людей, а це напряму залежить від вакцинації, від всього цього періоду, не повинна залежати від політичних рішень. Це дуже важливо розуміти і осознавати сьогодні тем людям, которые находятся у власти, особенно министру здравоохранения, особенно его профильным замов, что касается вакцины, вакцинации и так далее. Сегодня мы, как всегда, стремимся получить какую-то ману небесную, получить вакцину из Китая, получить какие-то вакцины. Это я когда услышал по телевидению, когда говорят, в Европе там где-то не хватит, нам отдадут. Ну, це вже принизливо, відверто кажучи. Ну, незалежно від мого ставлення поважного до європейських країн. Да, здесь, ну, ми не можемо всього. Ми самостоятельне государство, независимое государство. Мы об этом говорим каждый год на праздники и так далее. Мы большое, мощное государство. Я в этом уверен, верю и так далее. Хотя бы из-за того, что у нас в государстве всегда есть люди, которые имеют нереальные возможности в плане умственные возможности, которые могут создавать, творить, строить и так дальше. Сегодня мы слышим, что к
которая, вакцина, которая останется в Европе, перейдет к нам, где-то мы получим какую-то помощь. Сегодня же утром я прочитал новость о том, что США нам предоставит какой-то холодильник для содержания вакцины, да. Я хочу сказать о том, что мы, конечно же, не готовы к вакцинированию, не готовы, и я напрямую вижу в этом ошибку правительства, ошибку министра здравоохранения, потому что это было не моментальное явление, да, к этому все страны готовились, почему-то мы к этому не готовились, мы можем говорить только о том, что вакцину где-то кто-то сделал, Америка, Европа, Китай, Россия, вакцину сделали, да, допустим, а мы ее не сделали и будем получать откуда-то. Но, господа, мы же могли за все это время или даже сейчас получить инвестиции, или даже у нас есть выделенные деньги на ковидный фонд и сделать свои мощности. Но у нас есть люди, которые умеют это делать, они до сих пор живут у нас в стране, которые могли бы за этот период, да, возможно, мы бы сделали это немножко позже, ввиду того, что нам бы пришлось бы что-то построить, что-то бы спроектировать и так далее. Но у нас было бы золото, у нас была бы своя вакцина, и все люди, которые хотели бы вакцинироваться, могли бы вакцинироваться своей вакциной украинского производства. Почему мы сегодня должны доверять китайской вакцине? Почему мы не думаем о том, что они просто хотят провести на нас эксперимент? Я уже не говорю там о российской и так далее. Но президент Зеленский дал комментарий о том, что мы не подопытные кролики и не будем использовать российскую вакцину. Я с ним абсолютно согласен в этом вопросе. Ну а почему мы должны использовать другую вакцину, если мы могли бы производить на собственных мощностях свою вакцину? Об этом никто не подумал. Но, конечно же, я надеюсь на то, что мы получим нормальные вакцины, уже есть определенные предпосылки к этому с лицензиями и так дальше. Хотя это на сегодняшний день лицензию получила и возможность, чтобы люди вакцинировались всего лишь там 1-2 вакцины, их пока не так много. Мы их получим, они будут в нашей стране. В первую очередь мне хотелось бы, чтобы, допустим, там премьер-министр и президент, да, сделали эту вакцину. Потом мы бы вакцинировали необходимые, допустим, социально важных людей. Это школы, садики, военных, правоохранительные органы, полицию и так дальше. А потом уже проводили вакцинацию для тех людей, кто хочет вакцинироваться. Но сегодня по статистике у нас 50 людей не хотят вакцинироваться. 50% громадян є недовіра. Да, то есть у нас люди. Тобто ще роз'яснювальна робота, це ще кілька місяців може пройде. Конечно. І взагалі там буде у другій сотні там країн, які прийдуть, ну, необхідні. Ну, в то же время я вас уверяю, если бы мы сделали классную программу, министр здравоохранения показал бы мощности, заводы, где производится наша вакцина, люди бы вакцинировались. Потому что понимали бы, что это наше, вот оно производится, вот завод, вот оно все, как бы все хорошо, и это подтвердило бы какая-то европейская, там, американская, приехали бы эксперты, посмотрели бы и сказали, класс, вот украинцы молодцы, все это сделали. Мы это не делаем по одной простой причине. Чтобы это сделать, возможно, можно не заработать, да, вложить деньги сегодня в развитие нашего государства, но это никому не интересно. Потому что, к сожалению, за 30 лет нашей независимости мы, граждане, в первую очередь, не смогли воспитать ни президента, ни правительства, которые смогли бы на самом деле по достоинству представлять наши интересы. Дякую, пане Артеме. Цікава розмова, жорстка, відверта. Ну, це правильно, ми взагалі за відвертість. Успіхів вам, вашій команді. Чекаємо ще обговорювати. Є багато проблем, як і українських, так і одеських. Успіхів вам. Спасибо. На все добре. Залишайтеся на каналі Репортер. З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.